Друзья, мы приехали домой, время 5 час. Захожу домой и сейчас покажу. Вот, друзья, в зал заходим, смотрю от Маши. Мама, это тебе. Шоколадка и что-то накрыло. Какой-то сюрприз. Обалдеть, обалдеть. Вы поняли? Стоечка. Со светом. Со светом она всегда. Обалдеть. Ой. Это вообще мне для съемок. Ой, вообще. Ты давал ей деньги? Нет, я не. Нет, она на свою, на стипуху сэкономила. Свою она стипендию получила, да. Ой, вообще. Машка, Машка. Это Машка. Ой, шоколадку какую я люблю. Вообще, Маша, я так и думала, она что-нибудь мне приготовит. Думаю, ну, цветочек. Ой, спасибо. А сейчас пойдем мы, друзья, маму мою поздравим. Пельмешки делает, позвала, плюшки стряпает. Ой, мамочки, потом разберусь, приду, как она работает. Вот так. Сынок по телефону поздравил. Да. Пока нас не было сутки, уже клуб отделывают, обшивают. Прям не узнали. Будет теперь как будто из бревнышек. Красота. Ой, сугробы. У нас сугробы. Пошли мы, короче, на пельмешки. Отсюда или оттуда? Отсюда? Нет, нет, пойдем. Не хочет Сергей по тропинкам идти. Ой, далеко ехали. Приехали. Все ноги затекли. И одно место плоское. Совсем плоское. Вот дом моих родителей. Смотри, ты палат вырастил, да, вот сюда? Вот здесь вообще... Ну, маленькие ведь, ну, не было. И не рубят ведь. Вот сейчас бы надо прыгать. Прям тут лес летом, ну, густой. Ах, холодно. Можно вас поснимать? Приготовление тут. Помидорки, собственно, что хреновенько. Пельмешки. О, не дала зажариться, да? Сгорят, а то. Ну, они уже горят. А, тут водичка. Тут пельмешки. Саша пошла маму поздравлять. Звонит вообще. Ага. Айда кушать. У тебя что, есть кушать? Есть. Айда ко мне кушать. Нет, бабуля вчера. Ела. Пиццу испекла. Садись. На диване сиди. Четверо. Я на диване, а ты куда сядешь? Не, стул поставь, смотри, стул. Ты на диван сядешь? Или ты на стул сядешь? Могу на стул. Я на свое место сяду. Ну, давай, ну. Девочки, мальчики, все, мы пришли от родителей. Сергей мне очищает мою машинку, мою бибику. Завтра мне на ней надо гонять. В общем, наелись. Хорошо чай напились с плюшками. А что, не говоришь, что самогон пью? Нет, не буду. Не буду. Сейчас расскажу вам, девчонки, мальчишки. В 2 часа мама заплакала, говорит, никто дети не поздравляет. Она с 3 у мамы. Ну, мы, короче, в гостях были, пока там проснулись, пока чай попили, блины там пекли, все, накрывали, мыли. Я говорю, ну, потом дорогой позвоню. Ну, почему с утра-то, думаю, звонить? Сестра тоже так. Ну, у всех свои дела, все потом позвонили. Вот сейчас смеялись.
Так что, девчонки, поздравляю с Днем Матери, кого забыли дети, случайно поздравить. Поздравляю всех. Всем здоровья, всем счастья. Все хорошо. Все равно у нас с вами у всех дети хорошие, самые лучшие. Сейчас там подгляжу. Немножко пельмени, чтобы улеглись. Пельмени вырабатывают. Пельмени. Надо почистить. Уже немного ему осталось, девчат. Сейчас пойду домой. Маша дома. Примерять буду лампу, разглядывать ее подарочек. Посмотрю, как это что работает. У меня же не было такой лампы. У меня простая стойка. Так что всем, девчонки, всего хорошего. Не переживайте сильно. Всем здоровья. Всем счастья. Всем пока-пока. Сегодня такое коротенькое будет видео, потому что дома-то не была Оксана даже. Все по гостям. Сегодня Оксана блудня. Блудня Оксана сегодня. Короче, до завтра, до следующей недели. Неделя, наверное, будет хорошая, раз такая концовка хорошая этой недели. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог. Это у меня такая, как сказать, примета. Если суббота-воскресенье хорошие накануне, значит, неделя будет отличная. Так что все, всем пока.